Она уже... Вот куда ты вечно торопишься? Я не могу с ней. Быстрее, пожалуйста. Привет, привет, дорогие мои ребята. У нас быстрый, быстрый. Пришли с работы. И так захотелось насытиться. Да. Жахануть. У нас салат. Печально. Да? Селёдочка. В баночку. И если мы не насытимся, я еще картошечки же загрела. Ну, это на всякий случай. Чтоб... Рисок с курочкой. Рис с курицей. Курицу я вчера делала. А-а-а. Всего. Компот только себе налила. На один, на двоих. Большая кружка компота. Ну так, ущемляют. Правах сразу. Компот очень вкусный. Кто-то сказал, смеялся. Куда ты варишь? Ну, холодный, теплый, но вкусный. Надо еще сварить, там крыжовник есть. Кстати, рис не соленый, а селедка соленая. Все включено. Как у вас дела? Спасибо вам за комментарии, да, Анют? Да. Мы вас всех любим, но у нас что-то такие напряженные дни. Аня приезжает сейчас к нам помогать кое-что тут, да, дочь? Угу. Еще вышли после больничного, вообще сложно с утра. А? В больничном-то было. Угу. Расслабились, тяжело вставать с утра. Еще Вик мне еще не сказала, что в нее кто-то влюбился. Вот мальчик. Вот. Садик. Так вот. Она у нас какая? Вот что значит пришла в новую группу. Смешно. Не, у тебя тут хорошо пошло. С рисом. Сейчас как раз, да два, и не будет ее. Ну, картошку не съедим, оставим там. Ну, да. Вечером. У нас есть нечего. Вообще. Имею в виду. Мама всю ночь ела. Я вчера картошечкой прям оторвалась вечером. Всех заставляла. Картошку будете? Мы уже спим. А на картошку будете? Угу. Знаете, я что забыла? Ну-ка. Еще Полину купить. Все купила. А лук и не вспомнила. Да, сразу мы с тобой про хлебушку забудем. Я помакала бы вот сюда. Хлеб. Ну, только потом зарежу. Эти как сухарики. Нет, сниму кусочек. Держи. Открыла ананас и все. Будем доедать. Мне нас чешется, мам. Хороший нос. За неделю кулак чует. Да? За неделю? Меня там обрадовало. Мы сейчас отдыхаем. И за дела. Еще у меня одна новая тушь.
А, вы вообще что еще не видели распаковку? Что ты видел, что выйдет больше, чем твоя распаковка? Не сейчас. Да я глянь, ты вчера залезла на канал-то, видео, где мы там все целим, у меня практически 800 просмотров. Это что? А насколько тебя по деньгам перешагаляет? Я чувствую, чувствую, что мир против меня. Мы сейчас приберемся на кухне. Будем мучить кое-что. У меня есть куриная грудка для этого. Будем мучить? Смотрим. Дождик не передавали себе, что ветер поднимается. Так я шла к вам, дождик капал. Потом покапался. Я, кстати... Это что такое? Будешь курочку-то есть? Я тебе там ляжку оставил и рис. Она, я ее вчера делала вкусных. Я тоже. И я тебе вот огуречек, я вчера делала вкусных ей осьминожков. Ну все, картошку, значит, убираем, селедку. Ну что? Убираем? Все. Мы насытились. Всех даже обняли. До картошки не дошло время. Аня пока вот мне пойдет сейчас помогать. Мы кое-что творим. Творим, а никак не вытворим, да, Аня? Ой! Всем пока. Ну, очень вкусно. Пока-пока.